Самый большой государственный флаг установили на фасаде здания активисты партии «Манат». В столице проходит акция «Менингилем Менингтум». Размер флага 24 на 12 метров. Это первый флаг такого размера, который вывешивается на здании. Небесно-голубое знамя пробуждает в людях самые лучшие чувства, включая патриотизм и гордость за свою страну, отмечают партийцы. Главной целью данной акции является развитие чувства патриотизма среди молодежи, среди граждан нашей страны. Так как, когда мы смотрим на наш государственный флаг, у нас всегда гордость, потому что, когда он поднимается на пьедесталах во время Олимпиады, у нас всегда это чувство гордости, и хочется, чтобы наш народ всегда смотрел на флаг и чувствовал только гордость за нашу независимость, за нашу страну. Глядя на наш флаг, будь то всеобщая олимпиада, спортивные соревнования или политические мероприятия, всегда возникает чувство гордости. У меня есть страна. То есть на карте есть место под названием Казахстан. Мы не просто место. Как нация, мы занимаем 9-е место в мире. Это большая честь.